Это что-то здесь стерео. Это был такой дед. Так, снимаешь? Да. Давай, рассказывай там. Еще чуть-чуть скажи, как тебя зовут. И где ты служил, и братьям. Давай. Ты сама знаешь, сам знаешь, кому передать. Все? Пошел, пошел. Белорусы, славяне. Меня зовут Юрий, Чепров Юрий. Я москвич. Я служил в ВДВ. Это Гажунае. 226-й учебный парашютный полк. И потом служил в войсках. 226-й парашютный полк Полград. Разведрота, кстати. Да, дослужил полгода, дослужил в разведроте. Напрыгал, 24 прыжка напрыгал, доволен, все, небо повидал, все нормально, живой, здоровый. Передаю вам еще привет, вот, славяне. Давайте. Александр! Сейчас, сейчас. Так, он мне, да рассказывай, давай. Тихо. Ребята, мы славяне. Нам с вами ругаться просто по природе невозможно. Верите? Нет? Все. Хохлы, хер с ним, они выбрали свою ситуацию. Они на этой ситуации там загребутся. Это фашизмом они там закончат. Все, ребята, все. Украинцы, половина, наверное, больше половины все-таки нормальные люди. Но их задолбили. СБУ это ебаные, верите? Нет? Все. Вот. Они хотят что сказать, но боятся. Вот они ждут часа. Надеюсь, это сейчас настанет. Ребята, белорусы, поможете? Рука дружбы. Вас всегда поможет. Все? Спасибо, Юра. Да. Пока. Блин, а где я только могу увидеть? Что-то там нафимичил. А что, ни разу не видел себя, что ли? Там такие фильмы с тобой, как ты там про прыжок рассказываешь. Там уже весь Ютуб. А это в Ютубе? Конечно. Блядь, я в Ютубе сижу. Я залезу сегодня. Смотри.